Дорога или тротуар? Очевидный на первый взгляд выбор не кажется таким уж и простым при детальном рассмотрении. Дорога на 7-м Мервинском проезде никогда не была оборудована каким бы то ни было пешеходным тротуаром. По этой причине людям приходилось идти прямо рядом с оживленным движением. Старики и подростки, женщины с колясками и мамы с детьми ежедневно ходят в опасной близости от автомобилей. Но с недавних пор ситуация поменялась. Местным жителям пообещали сделать тротуар. Правда, радость была недолгой. Ширина тротуара на противоположной стороне от края до края бордюра составляет 2 метра 25 сантиметров. То есть расстояние вытянутых рук обычного человека. Здесь же всего лишь 1,50 м. Пройти обычному человеку не так-то просто. Что уж и говорить о женщинах с коляской. Столбы стоят прямо посреди тротуара. Доходят и до абсурдного. Например, здесь все движение полностью перекрыто. Мнение местных жителей по поводу такого необычного тротуара разделилось. Как вы считаете, они удобны или нет? Я думаю, да. А почему? Ну, не знаю, удобнее, чем по дороге ходить. С ребенком не пройти. В школу вот провожаю, вот обязательно выходим где-то минут за 15-20 еще раньше. Потому что, ну, невозможно. Проезжая часть. Естественно, временные трудности. Вот, у меня, например, 3 детей. Вот, они здесь учатся в школе. Вот, и поэтому приходится их водить, вот. И здесь были очень плохие тротуары. А сейчас замечательно все делают. Все классно. Очень узкий. Ну что это? На пути одни столбы. Ну это идет человек и в столб врезается. Идет человек и в столб врезается. Как вы думаете? А как вы думаете, как быть лучше? Даже трудно сказать. Прокладка обычного тротуара стала самой настоящей дилеммой. Либо еще сильнее уменьшить дорожное полотно, либо оставить пешеходам препятствия в виде столбов. Рабочие отмечают и другую проблему. Заборы домов у дороги могут быть возведены куда ближе к ней, чем нужно. Так что найти виновников в именно такой ширине тротуара не так уж и просто. Тем не менее, уже на следующей неделе здесь появится щебень, а сверху положат асфальт. И, может, когда местные жители начнут ходить по новому тротуару, их мнение изменится. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».